should ask the question right at the beginning, is all history alike? И прежде чем приступить к рассмотрению этой темы, мы должны задать себе такой вопрос: а вся ли история одинакова? To the uncritical mind, history is history. А для человека, который не отличается критическим умом, и не способен думать критически, история — это история, и больше ничего. That is, it's simply the written record. Oh, thank you. То есть это просто письменное изложение определенных событий. The written record of what occurred at any time, at any place in the world. То есть это история, это просто письменное изложение того, что произошло в определенном месте в определенное время. However, history is much more complex than this. Однако нам следует понимать, что история намного сложнее, чем некоторые думают. One thing that we have to acknowledge is that much historical writing is subjective in nature. Мы должны с вами осознавать, что очень часто история бывает субъективной. That is, it often reflects the viewpoints and the interests of the historian. Очень часто история бывает написана с точки зрения автора, историка, и отображает именно его восприятие реальности. Now, any honest historian will admit that he has this subjective side to him. Каждый историк честно может признаться в том, что в его описаниях присутствует субъективизм. But the goal of every historian is to be as objective as possible. Но в то же время каждый историк должен преследовать следующую цель: насколько возможно объективно излагать события в истории. Nevertheless, we have to be careful when we read histories to know something of the attitudes and the opinions of the historian who is writing. В то же самое время нам необходимо всегда помнить, что когда мы читаем произведение какого-нибудь историка, мы не должны забывать о том, что у этого историка было свое отношение к этим событиям, у него была своя точка зрения на это. For example, some so-called history has been written to show what political leaders or philosophers believe should have happened rather than what actually happened. Очень часто бывает, что история была записана таким образом, что описывает то, что некоторые философы или политические лидеры хотели, чтобы произошло, но на самом деле этого не произошло. And sometimes historians will rewrite history to make their particular people or nation look better than it actually was. Иногда историки переписывают историю для того, чтобы их народ выглядел лучше, чем они на самом деле себя вели. For example, you read many of the writings that came out of the era of Adolf Hitler, written in Germany during World War II. Например, если вы можете прочитать в русском переводе какие-нибудь произведения, написанные в период правления, так скажем, Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны, именно написанные о Германии. That made it sound like everything that was going on there was very positive in nature. То у вас может сложиться впечатление, что все, что происходило в этот период в этой стране, имело только положительные результаты. The same thing happens in my country when people write about the Native Americans, the people we used to call Indians. А то же самое происходит и в моей стране, когда некоторые люди пишут историю туземцев или жителей Америки об индейцах. Many of the people who write about the history of the Indians make them appear to be all very loving and peaceful people who were very close to nature and close to the earth. Очень часто те историки, которые описывают жизнь индейцев, создают такое впечатление, как будто бы индейцы были очень миролюбивыми людьми, которые жили мирно и спокойно, были очень близки к природе. And that these Indians did not become savage in nature until the European settlers came in and began to steal their land, and then the Indians fought back savagely. И как будто бы вся вот эта дикость и враждебность индейцев появилась только когда европейцы пришли на их территорию и начали отбирать у них земли. And so these modern historians will make it appear that the peaceful
nature-loving Indians were not made savage until the influx of the Europeans, and it was the Europeans' fault for making them savage. И поэтому получается, когда вы читаете истории современных историков об индейцах, как будто бы именно европейцы пробудили в индейцах вот все вот эти вот дикарские чувства и воинственность в них пробудилась, что во всем этом виноваты только европейцы, а сами по себе индейцы были очень мирные и хорошие. When the reality is, when you study into the history of these people, you find that many of the American Indian tribes were killing each other off and were very savage in their brutal battles with one another long before. А с другой стороны, если намного поглубже вникнуть в историю американских индейцев, то вы обнаружите тот факт, что разные племена индейцев и до прихода европейцев, за сотни лет до них, резали друг друга, убивали друг друга, были жестоки, воинственны. So those who write these histories talking about how peaceful all the American Indians were are actually revising the history as it really was. They're changing it. И поэтому получается, что современные историки, которые описывают индейцев таким вот образом, они просто переделывают историю и показывают ее не такой, какой она была на самом деле. And this kind of history is called revisionism. И такая история называется ревизионной, так скажем, переписанной. This is a huge danger today, especially with the advent of the motion picture, the movies. Вот это вот движение, оно очень опасно для нас, потому что, особенно в то время, после того, как придумали кинематограф. Many times the movies will be made of historical events, but because the history itself may not be exciting enough to make the movie great, they would change the history. So to make the movie more exciting. Очень часто вы можете видеть различные фильмы, которые сняты по каким-то историческим сюжетам. Но так как сама история может быть не очень привлекательна, не очень интересна для того, чтобы кино было интересное, то включаются различные эффекты, различные дополнительные события, которых на самом деле не было, лишь бы сделать кино интересным. And then people then come away thinking that what they see in the movies is accurate history. Но очень многие люди, такой исторический фильм посмотрев, думают, что вот это и есть история, все так и было. Now we need to acknowledge that there is a certain subjectiveness in our historical writings. То есть мы с вами должны признать тот факт, что история субъективна. But we have to be careful not to make us rewrite history. И мы с вами должны быть осторожны, чтобы не переписывать, не воссоздавать по-новому историю. But it's our subjective nature that makes us write history the way we do. Дело в том, что в каждом человеке присутствует вот эта вот субъективная точка зрения, поэтому история пишется с субъективной позиции. One thing I have found interesting when I travel around the world is to compare historical events as they are recorded in my country as compared with what they might be in another country. Я очень много путешествую, и у меня всегда есть такое вот интересное занятие. Я спрашиваю о каких-нибудь событиях в какой-нибудь стране, что они считают важными, и потом сравниваю, как это то же самое событие описывается в моей стране. And also to find what dates in history are of concern in one part of the world, but not so much in another. Я также собираю вот такие вот данные, в какой стране, например, дата играет очень важную роль и считается важной и знаменательной, а в другой стране, например, об этой дате даже и не вспоминают. But we need also to realize that we are always selective in the historical events we choose to write about. Следующее, что нам необходимо с вами еще понять, когда мы отвечаем на вопрос, вся ли история одинакова, то, что мы используем подход избирательности, когда выбираем определенные события. So we ask the question, what distinguishes good history from bad history? Мы задаем себе такой вопрос, чем отличается хорошая или правдивая история от плохой или искаженной истории? Two things. Два есть
различия. First, good history. Первое. Хорошая история или правдивая история. Acknowledges its subjectivity. Признает свою субъективность. But seeks to keep subjectivity at a minimum. Но стремится к тому, чтобы субъективизма было как можно меньше. And second. И второе различие. We acknowledge that good history is selective in what it chooses to write about. А правдивая история избирательна, то есть она избирательна в том, что она записывает. But it selects the truly important events. Но правдивая история избирает действительно важные события. Now, what we say about history in general. То, что мы с вами можем сказать об истории в общем, is equally true of biblical history. Имеет точно такое же отношение к библейской истории. And keeping these two set things in mind, subjectivity and selectivity. То есть вам нужно запомнить вот эти два принципа или два этих термина: субъективность и избирательность. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. First, we must note that biblical history is revelatory history. Первое, что нам нужно знать, то, что библейская история – это история откровения. Библейская история – это история откровения. We recognize that the Bible is a human book written by human beings. А мы признаем тот факт, что авторами Библии были люди. Она написана людьми. But is also different from any ordinary book. Но в то же время Библия отличается от любой другой художественной литературы. Because we also acknowledge that the Bible is a divine book. Потому что мы также признаем, что Библия – это божественная книга. And so by faith, we believe. И поэтому по вере мы можем принимать следующий факт. That the human writers were writing as humans. Что люди писали как люди. But they were only writing what was revealed to them by God. Но в то же время они писали только то, что получили в результате Божьего откровения посредством водительства Святого Духа. A second thing we should say about biblical history. А библейская история, мы с вами можем еще сказать то, is that it is sacred history. Что это священная история. That means that the historians, when they were selective in what they wrote about. Это означает следующее: когда историки выбирали те события, которые необходимо было записать, they wrote only those. Those events, those things that contributed to the history of God's work of salvation. Они записывали только те события, которые играли важную роль в Божьем плане спасения. Now, которые вносили большой вклад в Божий план спасения. The Germans had a word they used for that. У немцев есть специальное слово, которое используется для обозначения этого. Called Heilsgeschichte. Это слово произносится так: Heilsgeschichte. Geschichte means history. Слово Geschichte означает история. Heils means salvation. А Heils означает спасение. And so Heilsgeschichte is the history of salvation. Поэтому Heilsgeschichte, и такой термин он используется для того, чтобы показать историю спасения. I want to give you that word because if you use it with your friends, they'll think you're very smart. Почему я написала это слово на доске? Потому что если в общении с друзьями вы как-нибудь скажете Heilsgeschichte, они подумают, какой умный человек. The history of the scriptures does not give you all of the historical events of the period of time in which the biblical stories take place. Та история, которая записана в Библии, не описывает абсолютно все события того периода, когда происходила вся эта история, вся библейская история. You can read about the Hittites. Например, вы читаете о хитеях. You can read about the Amalekites. Читаете об амаликитянах. You can read about the Babylonians and the Persians. Читаете
читаете о Вавилоне, о Персии, о римлянах в Писании. Но в то же время вы не сможете найти там подробное изложение истории этих народностей. Вам придется использовать другие исторические ресурсы для того, чтобы найти информацию о хитеях и еще о ком-нибудь. Потому что Библия сосредоточена на изложении именно священной истории. As God revealed Himself through a particular people called the Jews. А именно в священной истории Бог явил себя определенному народу, который называется евреями. And so the Bible is purposefully selective. И поэтому мы с вами говорим о том, что Библия также избирательна с замыслом. But not only is it selective, I'm talking about only sacred history. Но избирательность имеет отношение не только к священной истории. But it is also selective on the events that it records. Избирательность относится и к тем событиям, которые записаны в Писании. In the New Testament, we read of many miracles that Jesus performed. Например, в Новом Завете мы с вами читаем о многих чудесах, которые совершил Иисус Христос. But does it record all of the miracles? Но все ли чудеса записаны? No, the Apostle John said that no, there were many other signs and wonders that Jesus performed, not recorded in his book. Мы знаем, что не все, потому что апостол Иоанн писал о том, что очень много еще чудес и знамений было сотворено им, но все невозможно описать. What we get in the Gospels is not the entire life of Christ. И поэтому то, что записано в Евангелиях, это не полная жизнь Иисуса Христа. We only get those events that are needed for us to know who Christ is as our Savior. А мы можем прочитать только те события, которые важны для того, чтобы мы могли понять, кто такой Иисус Христос как Спаситель. Even though Christ lived on earth for approximately 33 years. А несмотря на то, что Иисус Христос жил на земле приблизительно 33 года, and he had three years of public ministry. А и 3 года занимался служением, открыто занимался служением. That would probably record about 900 or more days. 900. Все это можно сказать, что это больше, чем 900 дней, 3 года служения, да? Yet if you were to take every event from the life of Christ recorded in the four Gospels. Но если вы, например, возьмете Евангелие, 4 Евангелия, и начнете выписывать те события, которые имеют отношение к этому периоду, they represent only 52 days. И посчитаете, сколько дней, то получится, что всего 52 дня описаны из его жизни. 52 days. 52 дня из жизни Иисуса Христа. That's not even 2 months. В Евангелии это даже не 2 месяца. But that's all we need. Но в то же время, значит, это все, что нам нужно. To tell us who Christ is. Для того, чтобы узнать, кто такой Иисус Христос. But when we consider that biblical history is subjective in nature. Итак, мы с вами признаем тот факт, что библейская история также субъективна по своей природе. And it is very selective. И также избирательна.